Всем привет, друзья! Наверное, вы спрашиваете, почему такое короткое видео? Чтобы узнать, почему, досмотрите это видео до конца. Оно реально короткое, и вы сможете досмотреть его до конца, я верю. Давайте удивим YouTube, у всех будет 100% досматривания ролика, и тогда вы все поймете. В этом видео я хочу разобрать, на мой взгляд, самые частые ошибки при строительстве загородного каркасного дома. Знать их крайне важно, чтобы не потерять свои деньги, время и, конечно же, бесценные нервные клетки. Итак, ошибка номер раз. Думать, что каркасник – это дешевый дом. Практически каждый день в комментариях моего блога или в письме на почту мне пишут люди, которые утверждают, что каркасный дом можно построить за 1 миллион, ну край за 2 миллиона, и то, если это двухэтажник, 150 квадратов площади. И это при реальной стоимости такого дома 7-8 миллионов. А суть в том, что стоимость каркасного дома абсолютно сопоставима с любыми другими домами из любых других материалов на российском строительном рынке. Поэтому, если у вас нет хотя бы 40-45 тысяч при расчете на квадратный метр, дом под ключ вам не по карману. Ни каркасный, ни какой-то другой. Вторая и очень частая, к сожалению, ошибка – это доверять строительству непонятно кому. На деле, если газобетонный дом может построить практически любая бригада, у которой нет инструментов, которая не читала нормативную литературу, то с каркасниками такое дело не пройдет. Каркасная технология, безусловно, самая сложная и технологически навороченная технология на российском строительном рынке. Поэтому, прежде чем выбирать компанию или бригаду как своего подрядчика, проверьте их на следующие моменты. Опытные строители каркасных домов знают, как «Отче наш» каркасный СП-31105-2002 и реагируют с скупой слезой на упоминание имени Ларри Хон. Привет, я Ларри Хон. Мой брат Джо и я только что закончили собирать этот дом. Третья ошибка – строить дом без проекта. Тут даже и говорить не о чем. Нормальный дом без проекта не построишь. По-любому будут потери, финансовые, временные или нервных клеток. Кстати, за грамотным проектом обращайтесь к вашему покорному слуге. Четвертая ошибка – не изучить технологию хотя бы немного. В России, к сожалению, если ты не изучаешь технологию строительства твоего дома, за тебя забывают изучить ее другие. Благо, сейчас с этим проблем никаких, не то что 8 лет назад, когда я начинал строить свой дом. Сейчас очень много крутых строительных блогов, и в одном из них вы сейчас находитесь. Пятая ошибка. Не самая страшная, но неприятная и может потратить много нервов. Это когда вы слушаете всех подряд. Буквально всех. И если вы будете их слушать, кем бы они ни были, менеджерами, поварами, водителями или министрами финансов, скорее всего их советы будут далеки от реальности. В итоге, наслушавшись таких советов у таких советчиков, люди, если они не проверят их на подлинность, начинают тратить нервы своей бригаде, а если при этом они строят дом своими руками, то обычно в итоге почему-то получается, что пол ходит ходуном, окна текут, в доме дует, ну а соседских собак слышно даже в кладовке. Это видео записано для канала Владимира Колосова «Мастерская загородного строительства», поэтому целиком вы можете его посмотреть там. Здесь вы увидели краткую его версию, здесь много чего вырезано, так что обязательно перейдите по ссылке и посмотрите там целиком, если вам эта часть понравилась. Всем спасибо, до следующих видео, пока!